Ну что ж, дорогие друзья, наш концерт подошел к концу. Ну и, конечно же, по старой доброй традиции, сложившейся в этом конкурсе, в последнем номере должен выступить абсолютно каждый участник нашего конкурса. И мы с большим удовольствием под ваши аплодисменты приглашаем на эту сцену вокальный ансамбль «Василиса», вокальный ансамбль «Раздолье» и фольклорный ансамбль «Теремок». Под ваши бурные аплодисменты. Ну и, конечно же, дорогие друзья, под ваши аплодисменты сборный оркестр участников конкурса под руководством дирижера Андрея Долгова и победителей международного конкурса «Терем-кроссовер» квинтет четырех. Ну и, конечно же, основатель нашего конкурса, легендарный «Терем-квартет». Под ваши бурные аплодисменты. Встречаем! Дорогие друзья, ваши бурные аплодисменты всем участникам нашего сегодняшнего конкурса.
И ваши бурные аплодисменты всем участникам нашего конкурса. Браво! Ну что же, дорогие друзья, наступает, на самом деле, самая торжественная минута нашего сегодняшнего праздника. Мы приступаем к торжественной церемонии награждения лауреатов 12-го международного детско-юношеского конкурса «Теремок». Награждают лауреатов легендарный Санкт-Петербургский ансамбль, основатели нашего сегодняшнего конкурса «Теремок» «Терем-квартет». Под ваши аплодисменты. И для торжественного награждения лауреатов третьей степени на сцену приглашается солист ансамбля «Терем-квартет» Владимир Кудрявцев. Ну что ж, дорогие друзья, приступим к торжественной церемонии вручения заслуженных наград. Диплом лауреата третьей степени награждается Сергеев Святослав. В номинации «Сольное инструментальное исполнительство» по специальности «Балалайка» 7-9 лет. Сергей Святослав, прошу, уходите к нам. Награждается лауреат третьей степени Баранова Агния. «Балалайка» 7-9 лет. Лучинкин Дмитрий, «Балалайка», 10-12 лет. Награждается Чуева Софья, «Добра», 7-9 лет. Милина Анна, «Добра», 10-12 лет. Диплом лауреата третьей степени награждается Клевер Глеб, Домра, 13-15 лет. Награждается Наземла Вероника, Домра, 13-15 лет. Диплом лауреата третьей степени награждается Быстрова Яна. Максимова Анастасия, гусли, 13-15 лет. Награждается Ногтев Лев, аккордеон баян, 7-9 лет. Награждается Маро Всеволод, аккордеон баян, 7-9 лет. Награждается Улитин Георгий, аккордеон баян, 10-12 лет. Тарлопов Тимофей, аккордеон баян, 10-12 лет. Награждается Богатырев Дмитрий, аккордеон баян, 13-15 лет. Волков Александр, аккордеон баян, 13-15 лет. Ярлин Павел, аккордеон баян, 16-18 лет. Дорогие друзья, и, наконец, диплом лауреата третьей степени награждается Анисимова Ксения в номинации «Сольное исполнительство» 8-11 лет, а также Ксения получает бесплатное обучение в творческой школе «Теремок» 2019 года. Друзья, под ваши аплодисменты! Ксения, выходите к нам. Лауреат третьей степени награждается Дель Полина
Сольное исполнительство 8-11 лет. Коровина Екатерина. Сольное исполнительство 12-15 лет. Немилова Мария. Номинация «Сольное исполнительство» 8-11 лет. Награждается дуэт «Родные берега». В номинации «Инструментальный ансамбль» дуэт «Трио-квартет» 8-12 лет. Город Мценск. Награждается инструментальный квартет ДШИ Красносельского района. В номинации инструментальный ансамбль 8-12 лет. Награждается инструментальный ансамбль «Рапсодия», город Воронеж. В номинации инструментальный ансамбль 13-18 лет. Под ваши аплодисменты. Награждается ансамбль баянистов «Концертина». Под ваши аплодисменты. Инструментальный ансамбль 13-18 лет. Награждается инструментальный ансамбль «Струнные истории». В номинации инструментальный ансамбль 13-18 лет. «Струнные истории», прошу. Награждается ансамбль народной песни «Раздолье». Номинация «Вокальный ансамбль» 8-12 лет. Под ваши аплодисменты. Награждается детский образцовый коллектив «Фольклорный ансамбль «Горница». Номинация «Вокальный ансамбль» 8-12 лет. Спасибо вам большое. Ну что ж, а мы переходим, дорогие друзья, к награждению лауреатов второй степени. И для торжественного награждения второй степени на сцену приглашается солист ансамбля «Терем» квартет Алексей Борщов. Под ваши аплодисменты. Диплом лауреата второй степени награждается Тарасов Ярослав. Балалайка, 7-9 лет. Егоров Иван, балалайка, 16-18 лет. Леонова Софья, Домра, 7-9 лет. Руденко Дмитрий, Домра, 7-9 лет. Диплом лауреата второй степени награждается Турманаев Ярослав, Домра, 10-12 лет. А также Ярослав получает бесплатное обучение в творческой школе «Теремок 2019», друзья. Под ваши аплодисменты. Награждается Кожева Эмилия, Домра, 13-15 лет. Кагиян Александр, Домра, 13-15 лет. Смирнова Алина, Домра, 16-18 лет. Награждается Яковлева Анна, гусли, 10-12 лет. Награждается Зазуля Лев, аккордеон баян, 7-9 лет. Награждается Лавров Матвей, аккордеон баян, 7-9 лет. Пастушенко Софья, аккордеон баян, 10-12 лет. Награждается Богатырев Николай, аккордеон баян, 10-12 лет.
Диплом лауреата второй степени награждается Алексеева Алислава. Номинация «Сольное исполнительство» 8-11 лет. Зеленцова Елизавета. Номинация «Сольное исполнительство» 16-18 лет. Награждается инструментальный ансамбль «Браво! Город Воронеж». В номинации «Инструментальный ансамбль» 8-12 лет. Награждается инструментальный ансамбль «Лель». В номинации «Инструментальный ансамбль» 13-18 лет. Под ваши аплодисменты. Награждается дуэт Машкович Алексей и Зайцев Александр. Номинация «Инструментальный ансамбль» 8-12 лет. Алексей Борисов, спасибо вам большое. Ну что ж, дорогие друзья, и мы переходим наконец к награждению лауреатов первой степени. И для награждения на сцену приглашается заслуженный артист России, солист ансамбля «Терем-квартет» Андрей Смирнов. Диплом лауреата первой степени награждается Добила Иван, балалайка, 7-9 лет. Рассока Сава, балалайка, 10-12 лет. Кислицына Лада, Домра, 7-9 лет. Награждается Белянин Ярослав, Домра, 10-12 лет. Награждается Кайзер Святослав, город Донской, Домра, 13-15 лет. Вышонин Егор, город Кулебаки, аккордеон баян, 10-12 лет. Награждается Игнатова Афанасия, бусли, 10-12 лет. Лауреатом первой степени награждается дуэт Малямина Кирилла и Зазыкиной Виолетты. Под ваши аплодисменты в номинации «Инструментальный ансамбль» 8-12 лет. Награждается дуэт «Братья» в номинации «Инструментальный ансамбль» 13-18 лет. Виолетта, вернитесь нам, пожалуйста, на сцену. Диплом. Лауреата первой степени награждается инструментальный ансамбль «Бодрый стиль» в номинации «Инструментальный ансамбль» 13-18 лет. Спасибо вам большое. Ваши аплодисменты, Андрей Смирнов. Ну а мы переходим, дорогие друзья, к награждению специальными дипломами наших участников. И для вручения специальных дипломов на сцену приглашается заслуженный артист России, солист ансамбля «Терем-квартет» Андрей Константинов. Под ваши аплодисменты. Диплом за профессиональный подход к созданию репертуара награждается инструментальный ансамбль «Лель». Под ваши аплодисменты. Награждается Беляев Михаил, номинации «Сольное инструментальное исполнительство». Балалайка, 16-18 лет.
за лучшее исполнение обработок Александра Шалова награждается дуэт балалайшников «Гармония». Под ваши аплодисменты. Диплом за искусство концертмейстера награждается Татару Евгения Ивановна, детская школа искусств «Гармония», город Пересвет, Московская область. Диплом за искусство концертмейстера награждается Иванова Светлана Сергеевна, детская школа искусств номер 11, город Саратов. Диплом за искусство концертмейстера награждается Дмитриев Валентин Владимирович, Санкт-Петербургский музыкальный лицей. Ну что ж, уважаемые гости, и, наконец, гран-при нашего сегодняшнего вечера. И для вручения гран-при конкурса «Теремок» я хочу пригласить на нашу сцену вновь, друзья, солистов ансамбля «Терем-квартет». Под ваши аплодисменты Владимир Кудрявцев, Алексей Борщов, Андрей Смирнов и Андрей Константинов. Диплом гран-при награждается фольклорный ансамбль «Василиса». Под ваши аплодисменты. Направление «Вокальная музыка». Номинации «Вокальный ансамбль» 13-18 лет. Под ваши бурные аплодисменты. Дорогие друзья, вот у нас началась в конкурсе недавно история этнографическая, да, и мы считаем, что музыка едина, и вот эти ограничения, которые существуют, да, стилевые и разные, они искусственно придуманы, потому что в основе лежит музыка и любовь к ней. И поэтому гран-при как-то у всего жюри сложилось единое мнение. Нужно вручить этому замечательному ансамблю «Василиса», которые действительно очень кропотливо работают над восстановлением ценностей наших корней, нашей культуры. И они делают их живыми, потому что посмотрите, какие их дети, они искрятся этой энергией, идущей из глубины веков. Поэтому это ценнейшая работа, и хочется еще раз подчеркнуть, что этот ансамбль, ну, как бы несет... Поэтому вот им такой удивительный приз, самовар, где можно вместе собираться и пить, но он не электрический. Этот чай можно пить только на природе. Аутентично. Спасибо вам большое. Да. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз ваши бурные аплодисменты всем участникам, всем награжденным. И, уважаемые друзья, хочу обратиться ко всем. Внимание! Дипломы финалистов конкурса участники получат в фойе концертного зала сразу после окончания нашего гала-концерта. Ну а сейчас, дорогие гости, я попрошу всех участников подойти поближе и сделать, наконец, памятное фото сегодняшнего вечера. Прошу всех участников конкурса выйти на сцену. Пока все устанавливаются, мне очень хочется сказать несколько слов, поблагодарить детей, замечательных участников, которые искрятся радостью, поблагодарить педагогов, которые вкладывают свою любовь в их творчество. Посмотрите, какой интересный концерт был. Да, они все разные, все красивые, все интересные. И вот то, что география конкурса у нас ширится, и то, что мы все вместе, как большая семья. Поздравляемся!
спасибо! Ну что ж, дорогие друзья, ну а мы не прощаемся. Мы говорим до новых встреч! До новых встреч на 13-м международном детско-юношеском конкурсе «Теремок». Спасибо!